И снова всем привет на канале Олег Нестеров Брест. Вот Серега сидит. Они поехали с моей женой на рынок закупать продукты. Сегодня будет небольшой сабантуйчик у нас. Хотели шашлыки сделать, но погода не благоволит сегодня. Поэтому решили отложить это. Сегодня снимем небольшой обзорчик, так что подождите немного, либо перемотайте. Так как я хотел немножко уделить времени, сегодня просто был такой разговор, я разговаривал с одним человеком, это уже не первый разговор, поэтому я и хочу акцентировать на это внимание. При Сергее вот мы говорили. Человек мне позвонил и сказал, вот Олег, я хочу, ну у нас долгий был разговор, я просто саму суть хочу рассказать. Я хочу сделать бизнес вот по покраске. Сколько на этом можно заработать по автомобилям? И вы знаете, ну, если у вас отучиться, сколько я могу заработать? И вы знаете, я ему ответил так. Я говорю, понимаешь, я могу как бы, ну, отучить тебя, взять за это деньги, да, то есть не сказав тебе истины. Ну, я ему ответил так. Если ты задаешься целью заработать, это нормальное явление, но... То есть покраска автомобилей, да и любая другая работа, которая связывается, да, если вы задаетесь целью только заработать, это не получится, потому что здесь нужно именно любить это дело, иметь желание к этому делу, а не работать из-под палки. Да, может быть, оно потом придет, да, но я считаю, если оно нету вот этого вот изначально тяги к машине. У тебя вот, Серега, была тяга изначально к машине? Конечно. Вот если не было изначально этой тяги, да, то вряд ли она появится, если вы с машинами не связаны. Так что, если вы хотите делать свой бизнес, делайте его на базе того, что вы любите, на базе любимого дела. Человек сказал, ну, там, другим по дереву, да, резьбой занимается. Это не тот парень, которого недавно, да, я показывал, другой, живет он в Могилеве. И я сказал, ты просто построй так свой бизнес, чтобы вокруг своего бизнеса такую инфраструктуру наладить, чтобы твой бизнес работал. Да, если сейчас пока нету клиентов, но сейчас понятна ситуация, да? Клиенты будут, развивайся именно в своем деле, в том деле, которое ты любишь. И тогда успех тебе будет гарантирован. По крайней мере, в разы больше шансов заработать. Это одно. Ну, по школе что хочу сказать? Этот курс уже набран. Вот уже 22 числа мы будем обучаться. 25 мы вместе поедем на автобои. Проживать ребята будут в санатории, двухместные номера, люкс, и пятиразовое, оказывается, питание. Там завтрак, обед, полдник, ужин, второй ужин, как-то так. Ну да ладно. А мы сейчас проедем в гараж. Ну, не стали мы в гараже ничего снимать, очень много. Свет в гараже вырубили, короче, и надо было дособирать все быстренько, так что времени не было поснимать. И мы пришли к нам в гости. Всем привет. Всем привет. Меня тут, правда, причесали ничего, дочки. Ничего, решили мы вот так потрапезничать все с дочечками. Погода нам не дала сегодня шашлычки приготовить, поэтому мы решили вот таким образом. Все голодные, все голодные, да. Проект закончен. Да. По-моему, получился очень хороший результат. Спасибо Олегу, помощникам всем. Да, одного помощника нету. Ну, надеюсь, долго походит. Хочу сказать всем спасибо. Ладно. Счастливые лица. Ну, получилось действительно хорошо. Да, главное, чтобы вам понравилось. Ну и Мария говорит, что там уже в Москве очередь стоит.
Да, да. Все ждут посмотреть на результат. Да, вот. Все смотрели проект. Я разрекламировала. Все очень много. Рекламный кто... образец выезжает на Москву. Очень много кто подписался на канал, то есть смотрели, ничего не пропускали. Даже раньше меня часто смотрели и говорили там: смотри новое видео, там вышло что-то. Очень интересно. А самое главное, вообще классно придумано, здорово, информативно. То есть, в принципе, каждый день знаешь, что происходит с автомобилем. С автомобилем, да. То есть человек далеко, но он видит свой автомобиль, что с ним делают. То есть не то, что он куда-то пропал, там, а съехал, а можно... Так, что так. Жалко, конечно, нас немножко подвела погода. Да, хотели слушать. Я думаю, что мы как-нибудь это исправим. Да. Хотели сделать обзорчик, обещали, но погода не дает, как бы не очень хорошо все получится. Ладненько. Удачи. Все, спасибо огромное. С вами Зарочка не будет.